Егор Сычков, подведет итоги матча против Сочи. Каким он сегодня получился? Как минимум начали лучше, чем вчера. Поэтому что, задали темп, вроде контролировали игру. Сочи неплохо убегали в контратаке. Старались это тоже смотреть. И нас предупреждали. Поэтому, ну, в принципе, выиграли 2 очка. Мы вчера об этом с вами говорили, что матчи подряд. Сегодня вообще сдвоенный матч, да? Мало отдыха. Как физически себя чувствовали? Ну, в целом, ну, не просто было. Поначалу так собрались и в целом. В раздевалке все вообще бодренько, и все друг друга поддерживали, все спокойно вышли, сделали свое дело, и отдыхать сейчас заслуженный отдых. В этом сезоне Сочи весьма всех удивляет своей зрелищной атакующей игрой. Сегодня удалось сыграть весьма низко для соперника по счету. Как удалось? Да, наверное, как обычно, сам он просто на высоте, и в целом в обороне, как всегда, неплохо сыграли, если не брать вчерашний матч. А так, ну, сама молодец. Сегодня на вашем счету 2 заброшенных шайбы. Начнем с первого гола. Здорово так. Вратаря расшатали, заставили его торопиться, ошибаться. Встал из ворота практически. Редкий случай. Как приняли такое решение? Да, Ефрем неплохо меня нашел. Я уже выдерживал паузу, смотрел, что делает вратарь. Только встал, я сразу бросил. А что касается второго гола, весьма неожиданно для многих, я думаю, показалось, то, что в момент решили доработать, и пошли в этот прессинг агрессивный, соперник шайбу выбили, а на ворот отлетел. Ну да, тренерский штаб требует, чтобы мы... Молодчик, Егор! А, молодчик, стой! Ну вот, примерно так и забил.